Так, с вас 37,83. Хорошо. А не хотите добавить $1 в помощь голодающим детям всего мира? А, нет, нет, спасибо. Простите, не сейчас. То есть вы не хотите дать $1 голодающим детям? Не сегодня, спасибо. Ладно, я вас понял. В окошечке «Не хотите ли вы помочь голодающим детям?» нажмите «Нет, не хочу». Да ладно вам. Просто еще разочек сразу под надписью «Конечно, я готов помочь всем, чем могу». Эй, простите, просто большинство дает доллары, я этого не делаю. Попробуем вручную, да? Слушайте, я много жертвую на благотворительность. Да-да, конечно. Это правда. Но чтобы каждый раз, когда иду за едой... Да-да, я вас понял. Попросите клиента озвучить сумму. Вот, пожалуйста, скажите в этот голосовой декодер. Я ничего не дам голодающим детям. Я ничего не дам голодающим детям. Вот теперь хорошо, да. Так, значит, мороженое, водка, порционная пицца и ничего для голодающих детей. Да, с вас 37,83. Сдачу не забудьте. Слушайте, если буду жертвовать каждый раз, когда хожу в магазин, спасибо за покупки, следующий. Козёл.